Я детская соска. Знаете, я живу у одной очень симпатичной девочки. Она очень хорошая, особенно деле она очень-очень хорошая. Но бывает очень вредная. Очень. Особенно по ночам. Кричит, орет. А я хочу спать и хочу тоже уйти, отдохнуть и иметь свое личное какое-то время. Только чуть-чуть, маленечко. Нет, она орет. И здесь, в комнату, заходит ее мать. И что она делает? Она выдает меня, ее, ночью. И та начинает ее жевать, рвать, слюнять.